Так, ну-ка. Оооо! А, вон он ты. А чё ты, чё картинка? Какого хера картины-то тут летают? Во, пианино. Пианино. Смотри, я научился. Вау! Такой маленький, сука, суицидник ползёт. Заводим ключ. О, нифига. Ты меня задавил! Кто твой папочка? Здорово, братюни, с вами я, Позитифон, и не удивляйтесь, почему я так странно говорю. Сегодня я буду играть под анестезией в Who is your daddy? Не спрашивайте почему, но это жестко и забавно мне показалось. Со мной сегодня, кстати, Варпач. Да, всем привет, ребята. Я тут уже как маленький, знаете, я по-моему, Лёхин младенец сегодня. Лёхин младенец? Да, Лёхин младенец. Ты меня уже в отцы приписал, я не понял. Батя, ты чё-то пьян, у тебя что-то с рукой, отстань от меня. Смотри на мои коленочки. По-моему, ты упорот, батя, подожди, мне надо что-то сожрать, что-то съесть надо. Стой, сына, на свечку? Давай. Запихни, знаешь куда? Задницу, а подожди, она не запихивает, подожди, я попробую. Она, смотри, она горит. Откуси, голову засунь в свечку. Во, подожди, давай в жопу засунь. О, да! Мне тяжело смеяться. Так, я, по-моему, ем батарейки или какие... А, подожди, я лечусь, что ли? Что за фигня? Почему я... Я ем какую-то фигню. Ну, в смысле, я съел какие-то... Нет, ничего не ешь. О, идем, я тебе пасхалку покажу. Пойдем. Смотри, чем мы с мамкой развлекаемся, Пойдем. Я ползу, бать, я ползу. Сейчас. Смотри. Ой, а где эта штука, блин? Не видел ее, нет? Я не знаю, чем вы там с мамкой развлекаетесь. Здесь но... было резиновое дылдо, оно исчезло. What the fuck? Может быть, мамка на работу забрала его? А-а-а, нет. Нашел? А как я заберусь? Бать, подними. О, да. Вот если я не буду слушаться, ты будешь бить меня этой розовой штукой. Папа, что это такое? Папа, что это? Это вкусная карамелька, можешь ее пососать. Пососать? А какой стороной сосется эта карамелька? Слушай, я не могу умереть. Почему? Я не могу найти, чем мне себя убить. Я же ребенок-суицидник. Ну это принцип всех детей. Ты не можешь сдохнуть. Иди сюда, я тебя сейчас научу, как правильно помирают. Батя научит тебя подыхать. Я бегу на кухню. Я хочу на кухню посмотреть, что у нас есть. Ничего себе ты быстро, я тебе хотел туалетную комнату показать, ну ладно, идем. Это прикинь, есть большой батя, да, и он показывает сын, смотри, вот это вот ванная комната, вот это вот, сюда писи какать. Чувак! Ты нашел что-то? Да, иди сюда. Ползу! Вау! Походу, только ты ее можешь взять. Зайди с обратной стороны дивана. Ты с другой стороны, да? Да, там какой-то бластер или что-то. Давай, сейчас возьмем, попробуем. Попробуешь. Ты, кстати, на шифт можешь ускоряться. Да, я знаю, но только у меня тут ограничено. Нет, да? О, да, бластер. Подожди, you grab the baby disable. Подожди, дай я попробую в тебя стрелять. Его можно использовать? Погоди. Ну, вроде да. Да, ну-ка. О! Что с тобой происходит? Что за нахрен? Капец! Тебя что-то скрючило, бать! Я тебя убью! Ах ты маленький! Жесть, что с тобой произошло? Я не знаю, он у меня ходит теперь как-то криво. Ты что надел? Кстати, ты знаешь, что в этой игре очень много пасхалочек? Здесь есть потайной ход. Идем, я тебе покажу. Я только недавно про него узнал, короче. Я такой, типа, гуляю в игрухе, такой, опа, потайной ход, о, бита. Ты так очень страшно садишься на колени, что у тебя колени в тебе... О, да! Это реально очень страшно. Так, я ползу. Слушай, почему я не нахожу всякие молотки-то? Ну да, я зашел. Все нормально, да? Пап, ты меня не закроешь здесь? Все! Пап, открой! Оп! Да открой дверь! Ладно, ну тебя. О, подожди, а чё, всё, Дэдди Винс? Да, давай рематч. Давай, рематч. Нет, ты дополз, и там была какая-то потайная комната. Погнали туда. Погнали сразу туда. Чувак, теперь я папка. Я батя. Нет, ты не батя. Я батя. А, ты батя? Да. Я не... Опа, найди меня. Ага. Так, найти тебя, да? Давай, найду тебя. Так. Сейчас. Ах ты маленький говнюк, куда ты ушел? А ты где? Я... Все, я вижу. Я включил телевизор, и там видно, что ты делаешь. Там прям видно.
Так, стоп. А где ты? Где? А, во! Во! А почему ты в кепке? Ой, ты в шляпе. Там камера есть, да? Да, вон я включил. То есть я, как верный батя, могу наблюдать за своим маленьким сыном. Зайди в комнату, я хочу посмотреть, как это работает. Ну-ка. Давай. Ох, ни хрена. А нажми на Ctrl. О, да. У меня гном в комнате. Батя, батя педофил, гном в комнате. Да, я сяду в коробку, и, короче, я в коробке сижу. Ты видишь, как я сижу в коробке? А я убежали. Да, посмотри, нет, в телевизор. Вижу, посмотри в телевизор. Вижу. Я всю коробку закрыл. Лол. Так, а где ты? А, вон он ты. А что ты, что картинка? Какого хера картины-то тут летают? Не знаю, это магия вне Хогвартса. Ой, what the fuck. Все, ты меня не найдешь, бать. Да, не найду. А подожди, а как за тобой-то теперь? Давай, я отодвинул. Проходи, сына. Проходи. Ты как Бенджамин Баттон. Ты смотри. Не ожидал, да, не ожидал, что я сюда пролезу. О, да. А ты где? Куда ушел? Вау, гараж. А, ты выполз? Нифига себе, слушай, я никогда здесь гаража не... А хочешь бензина? Сына? О, да, дай канистру. На бензина. О, да! О, как ты аж посинел! Ты посинел, да? Надо машину заправить! Да! Так, я подожди. Посинел. Что со мной? Ты реально посинел? Тут можно дверь открыть! Стой, смотри, бать, я умею водить машину! Отойди, батя! Да, смотри, да. Двигайся. Открой дверь, младенцу! Давай. Там на педаль можно нажать еще. Смотри, заводим ключ. О, нифига! Ты меня задавил! Как? Лол! Baby Wheels! Ты выиграл! Yes! Офигеть! Я победил, Wi-Fi! Это круто, слушай. Слушай, много всякого тут есть-то, а? Катюня, это жестко под анестезией играть во что-то очень тяжело разговаривать. Да, кстати, тяжело. Я забыл маленько, что ты под анестезией, но это очень-очень смешно, когда ты так разговариваешь. Сына, у меня появилась идея. Давай мы тебя засунем в печку. В печку, давай. Так сказать, на солнышке погреемся. Ты давай. Где? А ты где? Я не знаю. Стоп, в смысле? Punch Baby Gate Bars, что это такое? У меня 70%, это что? Я в шкафу. В каком шкафу? В детской комнате. В детской комнате в шкафу? Что ты там? Так, я взял вилку, сейчас я тебя в глаза выколю, если ты не вылезешь. Вилкой в глаз или в жопу раз. Я на пианино быть играю. Вот, пианино. Пианино, смотри, я научился. Вау! Вот так вот я научился играть. Я могу тебя ударить этим пианино? Слушай, это страшно. Ой, я вижу камеру. Нифига себе. Подожди, а знаешь, что надо? Пойдем со мной. Дай мне вилку. На. Бери вилку. А как мне тебе ее дать? Я не знаю. Ты можешь ее кинуть? А я не знаю, она не сбрасывается. Не сбрасывается. Блин, плохо. Мне нужна вилка, срочно. А, все, я выбросил ее. Где-то ты ее выбросил, да, я видел. А, вон он, все, не поднимай ее, подожди. Сейчас я тебе покажу, как надо правильно с вилкой обращаться. Смотри, берешь вилку. Да. Берешь и в розетку. И в розетку. Быстро, в розеточку. В розеточку. Ты забрал ее, что ли? Вилку отдай! О, смотри. На! Ой, подожди, а почему? Как так? О, да! Ты стал негром. Да. Смотри, у меня глаза как вылезли. Глаза и рот. Почернел, сынок, почернел. Вообще. Сынулька-то почернел у нас. Это фан вообще. Просто улетная игруха, да? Согласен, да. Ой, мне вообще привет. Так, а знаешь что? А давай я все-таки попробую сейчас в печь залезть. Давай. Я сожгу себя, батя. Еще я знаю, что здесь можно стол стеклянный разбить, только надо где-то молоток найти. Где молоток? Молоток, ты мне дал подсказку, я знаю, как я покончу жизнь самоубийством, батя. Такой маленький, сука, суицидник ползет. Бать, дай мне что-нибудь острое, я хочу вены себе вскрыть, батя, я хочу вены вскрыть. Держи, подожди, давай найдем молоток. А их можно именно глотаться, батя? А я не знаю, мы с мамкой твоей в детстве глотали помаленьку. Таблетки? А что вы глотали? Мы глотали, чего мы только не глотали, сын. Чего мамка только не глотал. Так, подожди, давай разобьем стол. Мамка-то не узнает, да? Разбей стол, я по стеклам хочу попрыгать окровавленными ногами. А как, подожди, как разбить-то? А нужен молоток, походу. Да, скорее всего, нужен молоток. Блин. Так, ладно, я к печи иду, батя, я к печи. Давай, тебе открыть ее, залази. Да, но перед этим я съем очень вкусные таблеточки, батареи. Не, подожди. Снятина. Так, а сейчас я себя сожгу. Давай, так, оп, комфорочки.
Давай. Вот, сейчас давай, залази. Я сейчас тебя... Сейчас, маленький мой... Так, запускай, подожди. Мать. А где, где? А, во, запустил, залази, залази. О, да, еху, Басик! Как, здесь... нормально? Нормально все? Это улетно! Вообще нормасик! Во, я... теперь ты не откроешь. Нет, открыл, как-то? Ты сам себя убил. Слушай, это фан вообще, ну мне очень нравится. А ты сможешь залезть в микроволновку? Я? Ну не, в микроволновку? Или в холодильник? Давай мы тебя в холодильник запихнем. Давай попробуем. Да, стой, здесь, кстати, есть пасхалка одна. Смотри, стой. Ты где? Я в комнате. В комнате? Давай, да. Выходи из комнаты. А, и смотри, здесь, если ты нажмешь на вентиляцию, ты очень быстро очутишься на кухне. То да, есть, если... нифига себе. Ну-ка, а, давай да. попробуем. Ну-ка, активизируй, активируй. Так, телепорт. О, я на кухне. Я так, на кухне. Нет. Батя. А теперь я открою тебе тайную дверцу. Давай, вот, давай. Давай. Туда можно детям залезать. Это смотри, как... я такой холм залез, и я должен мерзнуть, по сути. Но что-то, по-моему, ничего не происходит. А вот эти зеленые у тебя не тратят. Тратятся, тратятся. Ну все, я тебя не открою, прощай. Подожди, а давай теперь в морозилку. Ой, в это, как в печку. Разморозить сыну надо. Включай, давай, оп. Оп, отлично, подожди, что-то ничего не происходит. Включи, бать! Что-то холодно. Во, все нормально, нормально, оп. Процесс пошел. Все, я сгорел. Все, считай, пиши пропало. Да, это круто. А что еще есть на кухне? Здесь мы еще одну комнату, кстати, с тобой не проверили. Давай проверим, давай посмотрим, что еще там за комната у нас есть. Так, где, куда идти-то? Батя тут. Батя здесь? Да, я на кухне. Давай, телепортируйся ко мне. А что ты делаешь на кухне? Я? Блин, а как мне сейчас спрыгнуть с перил? Что-то как-то... О, я нашел молоток, батя! Где ты нашел его? Он в коридоре был. Сейчас попрыгаем по разбитым стеклам, это же весело. Давай, разбивай стекло. Так, разбивай, я смотрю, чтобы это все было красиво разбито. Давай, бей. О, да, теперь жри. Жри стекло, маленький засранец. О, да, ешь. Да, нифига, как ты быстро умер, офигеть. У меня жизни каждую миллисекундочку отнимались. Слушай, это вообще, это тут можно столько способов убить ребенка, я даже не знал об этом. Теперь я страшно детей-то заводить. Знаешь что, сейчас попробовать. Самое важное, что я хотел здесь испробовать. Мы здесь в одну комнату не можем зайти. Точнее, здесь есть еще туалетная комната. И здесь есть душ. Может, тебя здесь можно утопить как? Да, тебя можно утопить. Давай попробуем. А где душ? Где душ? На втором этаже? На первом возле кухни. Чувак, ты знал, что здесь есть зеркало? Что? Да, иди сюда. Серьезно? Я ползу. Это где кухня, да? Да, ты как черепашка. Да, да. Смотри. Я ползу. Вот это семейка Адамс у нас будет с тобой. Так, ты уже там веселишься, я смотрю. О, я вижу, подожди, это стекло. Встань вот на эту маленькую. Это камера. Нет, это стекло. Смотри. Семья. Домашнее фото. Я и мой издюк, да? Так, что здесь еще есть? Здесь что-то... А, ну моющее средство, но это как обычно. Нет, их пить нельзя, давай лучше тебя утопим. Давай, я маленько попил, как бы это. Утопим. Давай, я иду. Поплавать надо, поплавать. Да, хорошо. Я тебя утоплю, хорошо. Сынок. А вода-то горячая, а мыло не хочешь поднять? Пап, это нормально, что-то дышать не могу, пап. Не, нормально. Сейчас я еще закрою, я попробую закрыть дверь. А, здесь нету двери. А, это есть замок на дверь, прикинь, я могу дверь закрыть. Жесть. А так. В туалете, здесь в туалет можно еще смыть, наверное. Вылезай. Думаешь? В туалет. Подожди, это надо с ванны надо запрыгивать. Да. Давай. Ты сейчас умрешь, у тебя 37% хп, давай. Да не, нормально, я живой. 3 секунды. Надо разогнаться. Давай, сейчас. Да подожди, что-то не запрыгивает. А давай я просто его посмотрю. Да, давай. Давай. Слушай, во, вообще идеально. Давай. Ой, что тут какашками воняет? Фу. Мы смоем тебя в толпу. Фу. А, еще и закрыл меня, понятно. Что ты маме-то расскажешь? Что мама тебе расскажет? Смыл меня, да? Братан, это было улетно. Да, это было круто. Братюни, надеюсь, вам понравился этот ролик. Вы поставили лайк, подписались на мой канал, подписались на канал Барбача. Если вы еще не подписаны, а также написали веселые комментарии. Блин, не говорите так же упорно, как я. Это вообще жутко. Да, с анестезией это было еще забавнее, на самом деле. Такой батя, леприкон такой. А, я тебя убью.
Да. Всем спасибо за просмотр. Всем адьос. Всем удачи, всем пока, друзья.